На любом транспорте может быть авария. Но самый безопасный, мне кажется, это велосипед. Быстрее всего, что видно на машине, надежнее. Всего везде доедешь. Железная дорога. А почему? Ну, какой-то есть выход. С самолетом. Можно и автобусом. На машине. А почему? Ну, потому что сама вожу, как бы, поэтому... Наверное, мой велосипед. Я на велосипеде езжу. Трамвай. Я считаю. Потому что на железных колесах, на рельсах идти. Наверное, автобус на сегодняшний день. Велосипед, может быть. Городской транспорт. А какой именно? Ну, автобусы городские. Спокойно, медленные. Ну, я думаю, наши автобусы, городской транспорт. По моему мнению, машина. Если хорошо водишь, то, в принципе, наверное, автомобиль. Из общественных, то, наверное, ЖД переездки. Самолета, наверное, сейчас все боятся.